Почему сейчас все говорят, что мы, я в том числе, самые уебищные друзья в мире, нихуя мы не друзья, мы такие, блядь, мрази, взяли, приютили Кристинку, обогрели, показали ей, блядь, лакшери жизнь, а потом просто выпнули ее на улицу нахуй, в холод собачий, блядь. Вот так вот завязали котомку на палку и сказали: иди, 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 и все, иди, блядь. Вот. Как человек, блядь, с середины сентября месяца, я видела ее в сентябре один раз, потом на битве сезонов пару дней мы общались, и, соответственно, я увидела ее на финале потом уже, и после финала несколько дней, так скажем, мы общались. Я там ездила, тоже забирала их с Кирой, там у девочки привезла к себе, потом отправили ее в аэропорт утром ранчика, там все, она уехала, потом приехала из своей деревни обратно, и все, и сразу ко мне. И вот тут мы уже начали непрерывно общаться. Почему, блядь, вы мне приписываете за 4-5 месяцев какую-то дружбу? Я человека очень мало знаю. Какие нахуй друзья? Вот здесь у меня вопрос возникает.